Ребята, всем привет! Пожалуйста, не пугайтесь меня, я сейчас просто шпорт делаю, поэтому я такая красная. Добро пожаловать в мое новое видео. У меня сегодня покупочки. А если вам не тяжело, конечно, ставьте пальчики вверх под этим видео. Это меня мотивирует снимать дальше. Мне снимать видео очень нравится, поэтому если я буду еще получать поддержку, то я, наверное, буду это еще в 100 раз радостнее снимать все, чем делаю уже сейчас. Я тоже сейчас радостнее все снимаю. Ну а теперь я хочу вам показать мои покупки для дома. Я была в некоторых магазинах, ну тут вообще-то почти все с магазина Action и с магазина Pick a Max. Забегала тоже в магазин Феди, ну там я только такую вот мелочь купила, и сейчас вам покажу, что купила. Опять классные покупки. Я уже собираю декор для лета, и вот сейчас вам покажу, что я взяла. Ну, начну я сначала с вот таких вот маленьких покупочек. Это дезинфекционсмидл. Как оно? Дезинфекция для рук. У нас всегда такие есть дома. Лежат они у меня в сумке. Я просто такие вот маленькие бутылечки беру, переливаю. И у нас везде и в машине, и в сумочках. Ну, короче, по всему дому они стоят. И в ванной комнате также стоят. И тут 65% алкоголя. И они стоили по 3 евро, а мы их купили сейчас по 55 центов. Они были по акции. Ну, или вообще по скидке. Тут 250 миллилитров, вот такая вот баночка с магазина Теди. Так. Затем в магазине Pick a Max, у меня тут все перемешано. В магазине Pick a Max купила вот такие вот мерочки, уже давно хотела. Здорово выглядит, такой вот яркий цвет. Здесь тоже стоит сколько это. Вот. Пригодятся всегда. Да. Мне они понравились. Жалко, я хотела бы, конечно, красный цвет, так как у меня красная кухня, я думала, лучше бы красный цвет, но так как красного не было, взяла желтенький. Да, очень красиво, и буду с радостью пользоваться. Покажу вам еще раз, вот как это выглядит. Здесь также еще расписано какой-то размер, ну, какая ложечка, какой размер. Ну, я, если честно, 1/4, 1/3 или пол ложечки. Но я таким еще не пользовалась. Буду пробовать смотреть, как это, когда готовишь. Правда, так легко или нет. Ну, например, смотрите, 15 миллилитров уже тут стоит вот эта ложечка. Ну, вообще-то здорово, наверное, здорово, да. Так, а тут на большом вот 59 миллилитров, 236 миллилитров. Ну, почему не такие интересные? Мне бы 60 миллилитров было. Почему 59? Ну, не знаю. Так, затем, не разбить, из декора для лета я купила вот такую вот рамку с вот такой вот красивой расцветкой. Здесь цветы, ветки пальмы. Ветки пальмы, черный оттенок. Я хочу в этом году тоже немного на такую тематику мой дом декорировать, ну вот сафари, так как в этом году у нас год тигра, поэтому решила тоже в дом немного тигра. Ну вот я ассоциирую тигра тоже с какими-то там пальмами, ну с таким чем-то. И вот черный цвет тоже мне очень нравится сейчас, вот в данный момент, поэтому решила вот такую вот рамочку купить. Она недорогая была. Сколько она стоила? Что-то 3,50, наверное, 3,50 она стоила. Так, с магазина Action. И в магазине Action еще докупила с магазина Action докупила вот такие вот подносики маленькие, такие вот здорово выглядят. Я такие уже два таких себе уже купила. И я подумала, что мне еще два обязательно нужно будет. Если я буду стол накрывать, то это будет здорово выглядеть. Вот. Поэтому приобрела. Тоже недорогие были. 2,50 или 2 евро одна штучка. Так, в этой сумке все. Переходим опять к магазину Pick a Max. Смотрите, какое я чудо купила. Я хочу, ну это, да, сейчас вам покажу вот это чудо. Какая красота. Мне так она понравилась.
Красный цвет как раз, когда стол, например, красиво декорируешь, вот такое вот, в таком вот, например, какой-то пирог подать, или мясо даже можно в этом запекать, картофель, что угодно запекать, вот так вот красиво же на столе стоит. Хотела еще подобрать вот такие вот маленькие, чтобы то, что запекать, например, рыбу или овощи, но, к сожалению, у них не было, только вот такая вот большая. Ну, я прям в нее влюбилась, она мне так понравилась. Сейчас покажу еще раз. Тут выемки, вот тут все красненько, так красиво. Так, что тут стоит? Не стоит для микроволновки. В микроволновую печь можно ставить. Можно также в посудомоечную машину ставить. И в духовку, конечно, тоже для духовки. Размер 30 на 21,6. Да, и вот такая вот красота, стоила на 10,99. Цены, кстати, тоже подорожали. Ну, да. Так как такое все стоило примерно 9 евро, может быть, 7,99, а теперь стоит 10,99. Так, ну, вообще классно выглядит. Опять с магазина Action. В магазине Action я в последнее время стала замечать, что у них хорошие маски или какие-то средства для влаги кожи. Также там какие-то вот маски тоже есть, которые кожу очищают. И вот я себе купила вот такую вот масочку. Вот так она выглядит. Тоже совсем недорого стоила. Евро 20, евро 15, что-то такое. Это очищающая маска, таким вот, которая вот так вот стирается. И вот буду пользоваться, буду смотреть, как это все выглядит. А здесь вообще-то, здесь даже три маски, смотрите, четыре маски на 4 раза и стоило евро с чем-то. Так что это совсем дешево. Смотрите пустые баночки, там я буду вам рассказывать, хорошие или нет. Так, затем в магазине Action опять купила для унитаза. Очень хорошие, мне понравились, они дешевые, как раз на месяц вот такой вот пачки нам хватает, и запах прям хороший, прям здорово пахнет, и поэтому вот купила. Так, продолжаем дальше. В магазине Action купила, ну как бы лаваш, что-то такое, да, будем пробовать. Можно его и в микроволновке выпекать, и в духовке, и также на сковороде. Ну, у нас еще есть оптикры, там тоже можно очень хороший сэндвич делать. Так, затем купила в магазине Action всяких вкусняшек, всяких орешек, потому что там реально это все намного дешевле стоит, чем в каком-то продуктовом магазине. Купила себе миндаль, купила себе кешью орешки, миндаля 150 грамм, кешью 300 грамм, и купила себе зезам снэк. Зезам, кунжутная закуска, нет, кунжутная, кунжутный перекус, вот так переведем. Так, кунжутный перекус, здесь 4 таких вот пачечки, и в одной пачечке 5-4 штучки. Вот. Очень вкусно, я уже их пробовала, они как бы с карамелью немного. Так, также купила в магазине Action еще больше масок. Вот это вот, вот эти вот наклейки для очищения, я вам уже показывала, здорово, очень классные. Опять купила здесь 6 штучек, мне должно, наверное, на 2 месяца точно хватить их вот такой вот пачки. Тоже дешево стоит. Купила еще новенькие, тоже очищают поры. Здесь, как же она называется, такие маски есть, они сделаны с глины, это тоже что-то такое подобное, вот. Да, буду пробовать, вот это я еще не пробовала. И купила себе под глазами, маску для под глазами. Заметила, что у меня вот тут вот ужасные морщины появились, поэтому, хотя я там уже и зирум делаю на глаза, все-таки не помогает, поэтому буду еще вот это делать, может быть, поможет. Так, еще купила, посмотрите, какую красоту, такую краску я оторвала.
это, ну, для панелок что-то перекрашивать. И это прям, я уже в Экчен покупала золотую краску, но она не так вот сияет. А это должна прям как будто зеркальная эта краска. Буду пробовать, здесь всего 200 миллилитров. Вот так. Надеюсь, вот такой результат получится. Да. Так. Купила или докупила еще вот такую вот формочку. Такую формочку я вам уже показывала. Когда-то я покупала ее. И вот зашла и увидела, и сразу еще вторую купила. Будем выпекать. Будем выпекать. Да, и купила опять вот такое вот средство для ванной. Нет, это не для ванной. Это для уборки, пыль вытирать. Хочу вам сказать правду. Если просто так, просто мокренькой тряпочкой пыль вытираешь, потом насухо, то все-таки быстрее пыль садится, чем каким-то средством. Вот это вот средство мне прям идеально подходит. Оно не оставляет никаких вот пятен, оно не оставляет, например, иногда прям жирное что-то остается. И оно не воняет, наоборот, такой вот приятный запах розы, поэтому всегда теперь его покупаю. Также его хорошо распределять по поверхности. Вот отверстие довольно-таки хорошее, небольшое, не маленькое, вот поэтому и в руке хорошо держать, поэтому классное средство. И евро щепку себе. Так, смотрите, какую я красоту себе оторвала. Это я купила такую вот сумочку для поездки. Мне уже мою надо заменить, у меня она уже такая вот старенькая, поэтому решила купить что-то новенькое. Хотя вот этот цвет вообще не мой. Я более в таких красных тонах, серых тонах, вот бирюзовый, голубой, это не мое направление, но мне вот правда понравился вот это вот соединение бирюзового с золотым цветом. Я не думала, что это так здорово выглядит, поэтому купила. Будет у меня теперь новенькая сумочка сюда, ну, я буду складывать там душки, шампунь, когда будем в поездку ездить, чтобы все было красивенько, аккуратненько. И купила еще две последних баночки. Смотрите, какую красоту. Одна серая и одна черная. Такая вот эта банка под мыло у меня уже есть белым цветом. Я ей уже довольно-таки долго пользуюсь, может быть, месяцев 8, и с ней совсем ничего не случилось. Вот видите, какую я с браком купила. Надо смотреть, вот видите, с браком. Да, но вообще хотела сказать, в моей у меня вообще ничего не отошло, ничего. Поэтому опять купила, они очень здорово выглядят, даже как-то дорого выглядят, не скажешь, что ты их купила там за евро 50. И не быстро ломаются, как говорю, в моей я уже пользуюсь 8 месяцев, и хочу, может быть, заменить мою, которая сейчас у нас стоит в нашей ванной комнате, так как у меня там более немного другое направление, у меня такое вот серое, зеленое направление, у меня там стоит белое. Потому что когда в тот раз я ее покупала, просто у них других цветов не было. Поэтому, наверное, переставлю. А вот эту черную я купила уже в другую ванную комнату, тоже хочу поставить. Вот так вот. Все, больше у меня ничего нету на сегодня. Вот такие вот покупочки были. Я всем очень довольна. Буду сейчас все это распаковывать, по местам раскладывать. Вам я говорю спасибо, что вы посмотрели это видео. Оставайтесь со мной и до новых встреч. Пока-пока.